На площади состоялась стихийная акция протеста оппозиции. Пропланченный митинг пятой колонны, в котором приняли участие... Ополченцев против фашистской хунты. Атака террористов против законного демократического правительства. Сообщается о жертвах среди мирного населения. В избирательной кампании участвует сильный лидер, который наведет порядок, и компетентный популист-узурпатор, раздавая множество предвыборных обещаний. Участник конфликта характеризуется как скромный, интеллигентный молодой человек, закомплексованный ботаник, проводивший много времени в библиотеке. Интересы строчить свои лживые статьи в газеты.